Все, отлично. Мы на месте. Что тут стряслось с Дериком? Your brother said you needed a hand. Looks like you'll need more than that. Yeah. Yeah. Cool. Oh. Hey! Ah! Wake up, you fucking junkie! I'm awake. I was just wishing you'd leave. Hey! Hey! Sit down. That's pretty good gear. I'm pretty high. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. Okay. Why'd you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring, which is even better. So, what do you care about? I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Maybe that's what your brother was talking about. When they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean, I ain't a saint. I ain't a man of principle. I messed up, but I tried. I made a mistake, but I admitted it. We all make mistakes. Exactly! And this guy is still threatening to kill me and my family! What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to the police computer? Sure. I bet. Fine the fuck. Shut him and his pals up. Okay. Да что ж с кашлем-то у меня такое. Да, чувачку-то совсем дурно. Ну а нам нужно вызвать полицию. Надо бы уже завести, наверное, полицейскую машину где-нибудь в гараже оставлять. Эй, я хотел 911. Hello. Yes. Hello, this is the LCPD. Where would you like us to send an officer? Hector. An LCPD peacekeeper will be there as soon as possible, sir. Давайте. Слышу сирену, не вижу. LCPD, who called it, sir? Да? Да? Красавец твой водитель вообще, он просто монстр. Просто молодец. Уважаю таких водителей. Своих просто разнес всех. Молодец. Облегчил мне задачу. Так. Блин, это скорая. Что ж вы творите? Давай, 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 давай. Надо скрыться. Ай, заметили. Это уже плохо. Это я, по-моему, застрял, да? Дядька, ну ты встал тут, конечно. Вот в самую неподходящее, в самое неподходящее место. Ничего, ничего, сейчас оторвемся, без проблем. Ох ты, лимузин, длиннющий, блин. Ну, наконец-то. Баки, 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 баки. Поиск по имени. Баки Слиго. Так, а так можно написать? Да, можно написать так. Баки. Ну, вот он. Ой, далеко. Hey, Derek. Apparently your guy hangs out at the burger shop in Alderney. Go check it out. Let's make sure his boys are there. I want them all to pay. What if he's alone? Keep the police car. He'll see you and think you take him down. First thing Bucky will do is run back to his crew. Fucking coward. Would rather everyone go down than him take a fall alone. Told me out, didn't he? I guess he did, man. I'll tell you when it's done. Придется ехать на полицейской тачке. Я хотел взять такси, пропустить поездку, но не получится. Ехать в другой конец города, да, практически. Ну, не в другой конец, в этом же районе. Но на другой конец района. Вытащим, вытащим Дерека из этой наркотической зависимости или алкогольной. И все будет отлично у них в семье. Мне помнится, нам угрожали несколько ее членов. Расправа, если что-то мы будем делать по отношению к ним не так.
Все-таки не смог затормозить. А ведь пытался. Ой, полицейская машина сбила девушку прямо на тротуаре. Кто же за это ответит? Полицейские, которые должны были дежурить на этой машине, рассказывают о том, что был угон в районе Эктора. Неизвестный анонимным звонком вызвал полицейский наряд. Когда они приехали, подбежал мужчина среднего роста, славянской национальности, и уехал на полицейской машине в неизвестном направлении. Поезжайте в Бургершот. Да вот же я приехал. Зачем я вышел, только я не понял. Опа, справа, справа, справа. Смотрим, смотрим, что там. Ника еще и сирену включил, молодец. Ладно, за ним надо ехать. Ехали. Только аккуратнее. Как он поехал вообще? Безбашенный какой-то дядька. Ну, ну, куда ты? По дворам не удалось скрыться. Ай. Вынуждено это все, вынуждено, ребят. Да куда ты? Ну, неужели он не понимает, что не сможет уехать? Где твои подельники? Кстати, он логично... Ох, ты сбил человека. Он логично поступает, так как на дорогах городских нас-то будут пропускать сирены, а его-то нет. Так что, все вполне логично. Да куда ты едешь уже, а? Где твои подельники? Давай, показывай. Так. Убить всех. Хорошо. Эй, какого хрена полиция? Черт. Блин, надо действовать быстро тогда. Там уже полицейский. Полицейских до хрена. Все, нет? Блин, полиция, полиция. Где-то еще один. На крыше, что ли? Че, полицейские, успокойтесь, пожалуйста. Не хотел я вас вмешивать сюда. Кто-то с дробью, что ли? Да где же? Да ё-моё. А, понял. Я попробую, конечно. Ай! И не получилось у меня. Из-за полиции миссия провалена. Ну ничего, сейчас повторим. Я включу запись, когда уже всех убью на том самом моменте. Дошли до этого места, и я сейчас буду убивать последнего бандита. Подельника этих ребят. Главное не оплошать, сейчас полиции нет. Все вроде бы спокойно. Ага, полиции нет. Полиция есть на сей раз. Давай, 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 машину. Поехали, поехали, поехали. Все, сейчас уедем. А, до этого я еще угонял от полиции. Тут какой-то полицейский район, блин. Постоянно полиция. С ней возникли тут проблемы в этой миссии. Но ничего, все, должны сейчас справиться. Должны уехать, скрыться. Пока не получается, правда. Машинка медленная. Вот это да. Как говорится, а вам слабо? Теперь сюда спрыгнуть. Все ровно. Сейчас заметят. Нет, не заметили. А, там спереди. Тихо. Нам направо, да что там мешает мне?
Миссия выполнена. И у меня, кстати говоря, с Games по Windows Live какая-то проблема. Почему-то профиль вылетает постоянно, не знаю. Может быть, вы сталкивались? Тогда расскажите мне, как это исправляется. Так, ладно, давайте послушаем, что скажет нам Дерек. Nico! Nico, my boy! Good to hear your voice. To speak to you, I mean. Derek, you okay? Bucky and this boy's are dead. What? Sorry, not off for a second. Bucky dead? I'm good. Yeah, alive. I'm dead. It's all the same though, is it? Living, dead, good, bad, right, wrong, talk, king. I'll speak to you when you're back among the living. Да уж, опять обдолбался там. Дайте-ка мне покушать. И отправимся мы теперь к Филу. Там Рэй должен еще быть, по идее. Но для начала можно затариться оружием и броней. Что, наверное, и следует сделать. Поехали, Рэй, сообщение отправил. Ники, мы хотим, чтобы ты всегда был под рукой. Переезжай в свою новую квартиру в Олдерне. Не волнуйся за своего брата, поживет один. Ничего с ним не случится. Чао. Совсем рядом. И здесь Дерек опять. Или к нему стоит. Но все равно нужно за... оружием и броней. Что, выйти захотел? Хот-дог, хот-дог. Погнали за оружием, потом снова к Дереку. Тем более, он что, у нас дома получается, что ли? Или это его вообще квартира нам досталась? Будем узнавать. И таким способом семья поставила над ним контроль. Брюси звонит. Стиви. Еще один работодатель. Но это вроде как дополнительные миссии. Если мне не изменяет память. Может быть и нет. Посмотрим. Так, мы вроде как на месте. Я здесь еще в этом магазине не был. А, ну вот. Вот он, да? Да. Так, дробь. Броня. Гранатки. Этого нет. Откуда же Джейкоб? Так, опять Брюси звонит. Ники, what the fuck is this? Roman's getting hit? Да. The big man's hanging up his hunting rifle? More out there for you, right? More for me and you, buddy. I have to admit, that was not my first thought when I heard. I'm happy for him. Sure you are. I'm happy too. Fucking happy. Brucey is ecstatic, homie. Just, you know, kinda gonna miss him is all. He's not going anywhere. Him and Mallory are only getting married. We all have to settle down sometime. What, you think I'm getting old? I got the abs of a 17-year-old gymnast and the forehead of a toddler, baby. Brucey don't need to settle down just yet. Sure, sure. Enjoy all that extra pussy then, Brucey. I'll see you around. Stevie. Что, Брюси дал мне твой номер, сказал, тебе нужна работа. В районе биржи в одном из переулков стоит PMP-600, он прямо просит, чтобы его убили. Не интересует, не интересует. Так, что еще хотел? Снайперка. Да. И автомат. Карабин, как он здесь называется. Все. Да, да, да. Как всегда, увидимся позже. Я думаю, еще придется ездить в эти магазины. Ну что, поедем к Дереку. Туда-сюда смотались, но не зря. Я думаю, нам поможет. Бронежилет не понадобится сейчас. Это не я, эта крысинка сама тебя сбила, полицейский. Нет, не я. Видимо, он так думает, раз розыска нет. Надо вытаскивать мужика. Сейчас еще что-нибудь для него сделаем. Хотя, видите, сделали, толку-то. Какой толк от этого? Ну, деньги получили, самое главное. Но сам-то он. Сам-то он. Оу! Ладно, мне простили это. Сам-то он еще хуже, по-моему. Опять обдолбался и ушел
потусторонний мир. Так, что-то мне не нравится. Место где? Где будет задание? На катере, что ли? Погнали. Лодка Кима. Что за Ким? Кто такой? We came together for a cause we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago, then. Yeah, so Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him and Bucky think I talked. Couldn't see no other way how he got caught. From what I hear, Aiden still rants about me to anyone who listens. I know how it feels to be betrayed. You got that? Так, мы на месте. Корейский дружок тоже. You're a boy. Yes, Akim. Вот он. Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. Ну что, погнали за Кимом. Ох, он в газону, а? Another immigrant, arriving in this city. Trying to make something of himself. Brings a tear to my eye. When this is done, I won't have to leech off my brothers no more. This deal should mean I can take care of myself. Providing it goes to plan. It's in the hands of the... What the fuck is this? We gotta go! Use our boat to steal Kim from these fuckers! I don't give a shit if this thing sinks! Понятно уже, что нужно защищать, не дураки. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Теперь они за нами. Нам главное защитить корейцев. Вертолет, вертолет, вертолет. Что за вертолет? Кто это, блин? Из гранатомета? Окей. Не попал. Да какого? Да зачем? Поехали. Да, Ким, добро пожаловать в Америку. Что, еще волна будет, нет? Или это все? Сзади там никого нет? Всех остановили мы? Блин, Ким, давай уже на сушу. А то еще кто-нибудь прилетит или приплывет. Я не уверен, что мы тебя сможем защитить. Да, он пришвартовывается. А это кто? Got him here in one piece. That was a deal. Thanks, Nico. Thank you, Miss McGarry. Not such a smooth journey. Yeah, got a bit hairy out there. Good thing you have your sea legs. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. See you around, Nico. Don't put all the payoff up your arm, Derek. Only place for it, me boy. Only place for it. See you soon. $7,000. Дерек снова доступен, да. И снова к нему. Такси. $60, ну правильно, через весь город. Опять он здесь, на скамеечке своей. How you do it? I went into a situation full of optimism, full of naivete. I got burnt. Look at me.
Like smack on a fucking spoon. Well, how do you manage? I don't know that I got off so lightly. We all got our demons. Aiden O'Malley. What about Aiden O'Malley? I heard he's being moved. Maybe this is our time. Put all this crap to bed. Get off the drugs. Live with the memories. Hayden's being moved by Van from the bacon factory. He's been talking shit about me. Back to the Albany State Correctional Facility. Please, Nico, boy. Just this last one. Please. Sure, Derek. Постараемся. You. Ай, гребаный торчок. Да где уж там? Похоже. Что нам нужно сделать? Взять полицейскую тачку? Паки звонит. Nico, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley. Off of Applewhite in Alderney City. A truck with a rocket launcher in it. What am I meant to do with him? Who knows? Anyway, the convoy with O'Malley in it has to go through the Booth Tunnel. You're gonna get there first and block the road with your truck. I'm gonna come in from the rear and block him that way. Pick up the truck and give me a call. Ладно, план так план. Ох, миссия, чувствую, будет веселая. А что я пешком-то бегу? Далеко вообще? Далеко. Довезет меня вот этот человек? Не церемонится, Ника, с пассажирами. Ну и правильно. Давай. Грузовик здесь. Вот он. Опять ракетомет нам дают. Так, ясно. Ну, поехали. Что такое? When we have him blocked in, we take down the escort and make off with the prisoner. Why don't we just kill the fucker there and then? That's probably what Derek would have told you to do in his smacked out state. Problem is, he's the first one they talk to if that happened. We gotta make this look like a prison break. Great! They're leaving the old cop shop now. Should be at the Booth Tunnel soon. Ладно, постараемся. GPS-навигатор, помогай мне. Ох, заварушка будет, ох, заварушка. И нам ведь потом нужно будет скрыться. Так, это тот самый туннель? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Есть контакт. I'm in position, Peggy. All right, man, we're coming to you. Take out the escort, but keep Derek's pal alive. Это Паки сзади. What's this jerk think he's doing? Hey, Mitch, can you find out what this guy's up to? Hey, buddy, we're gonna need you to move this thing. Что мне нужно? Так, а если вот так? Оу! Хитрый самый, что ли? Там осталось немного людей, но у меня мало здоровья опять-таки. Так, и еще кто-то один. Ладно, я поведу так поведу. Shake these cuffs, Nico! We need them to think Aiden is free as a fucking bird!
Они же могли просто проехать здесь. Сделайте так. Ладно, попытаюсь я. Ракетница нам помогла, кстати. Надо проехать как-то здесь. Так, направо. Блин, сейчас заметят. Сейчас заметят. Все, заметили. Эй, бабам. Как-то надо оторваться. Но как? На грузовике это не так просто. Вот. А, точно, не так просто. Ладно, попытаемся все же угнать. Они нас еще умудряются развернуть как-то, а? Как это сделать? Да неужто? Получилось оторваться? Да, получилось оторваться. Давай, быстрее. Нет, не получилось оторваться опять. На виду мы, да чтоб тебя. Так ведь можно бесконечно ездить. Я боюсь заезжать в узкие переулки, потому что мы на грузовике все-таки можем просто застрять там. Это будет не лучшее решение. Вертолет нас палит, да? Ну и не только. Блин, а? Ну что? Да, мы будем ездить бесконечно. Мы будем ездить бесконечно. А мы будем ездить бесконечно. Не, ну такими темпами правда. Ну как, я не знаю, каким образом я должен оторваться на грузовике. Вот с такой управляемостью. А, еще тут. Так, получилось. Да ё-моё, вертолет, ну. Как он уничтожен? Я не понимаю. Как понять, он уничтожен? Что? А, вон он задымился. Не, ну это, ребят, сложно. Ну как, по-вашему, я должен был это сделать? Ладно, попытаемся еще раз. Вы видите, да, где мы находимся на карте? Есть шанс оторваться. И чтобы нас уже не преследовали. Блин, куда? Влево. Ой-ой-ой, не перевернуться. Все, получилось. Избавьтесь от фургона в каком-нибудь укромном месте. И, кстати, он дымится опять, так что нужно очень аккуратно ехать. Почему-то в тот раз он даже не загорелся, а уже он был как бы разбит. Так что нужно очень аккуратно отвезти его в назначенное место. Но тут недалеко. Да, миссия, конечно, муторная. Но мы с ней справились. Интересное задание у этого братца. Так, нам направо, что ли? Как я, по-вашему, должен? Да, ладно. Вот так. Окей, там есть машина. Get in that vehicle, prisoner. Okay, it looks like we've lost. Take us over to the cliffs in Leftwood. Скалы. Calculating route.
к обрыву. А, ну будем пытать, значит. Да? Is there a boat coming or something? Where am I going? You're going to a faraway place, my friend. Damn right! Somewhere the cops will never find me! Nobody's gonna find you where you're going, friend. Shit! I don't even know who sent you guys. Who do I got to thank for springing me from the joint? We're doing this on behalf of an old acquaintance of yours. I knew I wasn't forgotten about. I knew that no matter how long I rotted in there, people on the outside world still remember me. People remember you, all right. You're at the front of certain people's minds. Well, who is it? Not Julia. She stopped writing and coming on visiting days, but I could tell she was still thinking of me. I knew it. You'll find out who it was when we get there. In the meantime, shut the hell up, buddy. All right, friend. Thank you. Ай, зря ты так думаешь, что это спасение. Это спасение во имя разоблачения. Чтобы так вязко сказать. Но нет, это спасение, не спасение даже, а просто из огня до полымя. Чувак попал из тюрьмы, да? Возможно, на смерть. Сейчас узнаем. Отлично. Лишились дверцы. Все из-за некоторых пешеходов, которые не хотели отходить. Так, ну вот они, скалы. Out you come, old boy. The cliffs, the sea air. I really am free. I could cry. You've made me a happy man, boys. Now it's time to tell me who asked you to do this. Derek McCreary. He's my brother. Derek? But he ratted me out. He's the reason I ended up in that place to start with, the spineless... So you thought you'd talk about him. He's my brother, and guys like you are killing him. Nico, get ready, dear old Aiden. А теперь, скажите мне, пожалуйста... Эй, машину бы оставил. Скажите мне, пожалуйста. Aiden is dead. That's the end of a chapter. I can close the book on a whole lot of my past now, Nico. Thanks. Maybe a clean break is in order. Fresh beginning. Good luck to you. Скажите мне, пожалуйста, зачем это было так все сложно устраивать, а? Можно же было просто там его убить и все, и уехать. А-а-а. Тупо, это тупо, действительно тупо. Ладно, будем заканчивать на этом серию. Я отправляюсь домой, а с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на канал. До следующей серии, всем пока. Всем привет, с вами развлекательный канал S&G, меня зовут Александр, и мы продолжаем проходить GTA 4. Как всегда, я теряю голос вначале почему-то, что за новая тенденция у нас пошла. Отправимся мы к Дереку Макрири, а не к Берни, как я хотел. Отправимся мы на такси, чтобы время не тратить. Только не сбивай меня, бронежилет у нас не полный. Ну и не страшно. Все, отлично. Мы на месте. Что тут стряслось с Дереком? Wake up, you fucking junkie! I'm awake. I was just wishing you'd leave. Hey, hey, sit down. That's pretty good gear. I'm pretty high. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. Okay. Why'd they do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring. Which is even better. So... What do you care about? I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Maybe that's what your brother was talking about. When they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean, I ain't a saint. I ain't a man of principle. I messed up. But I tried. I made a mistake. But I admitted it.
We all make mistakes. Exactly! And this guy is still threatening to kill me and my family! What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to police computer? Sure. I bet. Fine the fuck. Shut him and his pals up. Okay. Да что ж с кашлем-то у меня такое. Да, чувачку-то совсем дурно. Ну а нам нужно вызвать полицию. Надо бы уже завести, наверное, полицейскую машину где-нибудь в гараже оставлять. Эй, я хотел 911. Hello. Yes. Hello, this is the LCPD. Where would you like us to send an officer? Hector. An LCPD peacekeeper will be there as soon as possible, sir. Давайте. Слышу сирену, не вижу. Да? Да? Красавец твой водитель вообще, он просто монстр. Просто молодец. Уважаю таких водителей. Своих просто разнес всех. Молодец. Облегчил мне задачу. Так. Блин, это скорая. Что ж вы творите? Давай, 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 давай. Надо скрыться. Ай, заметили. Это уже плохо. Это я, по-моему, застрял, да? Дядька, ну ты встал тут, конечно. Вот в самую неподходящее, в самое неподходящее место. Ничего, ничего, сейчас оторвемся, без проблем. Ох ты, лимузин, длиннющий, блин. Ну, наконец-то. Баки, 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 баки. Поиск по имени. Баки Слиго. Так, а так можно написать? Да, можно написать так. Баки. Ну, вот он. Ой, далеко. Hey, Derek. Apparently your guy hangs out at the burger shop in Alderney. Go check it out. But make sure his boys are there. I want them all to pay. What if he's alone? Keep the police car. He'll see you and think you take him down. First thing Bucky will do is run back to his crew. Fucking coward. Would rather everyone go down than him take them all alone. Told me out, didn't he? I guess he did, man. I'll tell you when it's done. Придется ехать на полицейской тачке. Я хотел взять такси, пропустить поездку, но не получится. Ехать в другой конец города, да, практически? Ну, не в другой конец, в этом же районе. Но на другой конец района. Вытащим, вытащим Дерека из этой наркотической зависимости или алкогольной. И все будет отлично у них в семье. Мне помнится, нам угрожали несколько ее членов. Расправа, если что-то мы будем делать по отношению к ним не так. Все-таки не смог затормозить. А ведь пытался. Ой, полицейская машина сбила девушку. Прямо на тротуаре. Кто же за это ответит? Полицейские, которые должны были дежурить на этой машине, рассказывают о том, что был угон. В районе Эктора. Неизвестный анонимным звонком вызвал полицейский наряд. Когда они приехали, подбежал мужчина среднего роста, славянской национальности, и уехал на полицейской машине в неизвестном направлении. Поезжайте в бургершоп. Да вот же я приехал. Зачем я вышел, только я не понял. Опа, справа, справа, справа. Смотрим, смотрим, что там. Ника еще и сирену включил, молодец. Ладно, за ним надо ехать. Поехали. Только аккуратнее. Как он поехал вообще? Безбашенный какой-то дядька. Ну, куда ты?
По дворам не удалось скрыться. Вынуждены это все, вынуждены, ребят. Да куда ты? Неужели он не понимает, что не сможет уехать? Где твои подельники? Кстати, он логично... Ох, ты сбил человека. Он логично поступает, так как на дорогах городских нас-то будут пропускать сильно, а его-то нет. Так что, все вполне логично. Да куда ты едешь уже, а? Где твои подельники? Давай, показывай. Так. Убить всех. Хорошо. Эй, какого хрена полиция? Черт. Блин, надо действовать быстро тогда. Там уже полицейский. Полицейских до хрена. Все, нет? Блин, полиция, полиция. Где-то еще один. На крыше, что ли? Чё, полицейские, успокойтесь, пожалуйста. Не хотел я вас вмешивать сюда. Кто-то с дробью, что ли? Да где же? Да ё-моё. А, понял. Я попробую, конечно. Ай! И не получилось у меня. Из-за полиции миссия провалена. Ну ничего, сейчас повторим. Я включу запись, когда уже всех убью на том самом моменте. Дошли до этого места, и я сейчас буду убивать последнего бандита. Подельника этих ребят. Главное не оплошать, сейчас полиции нет. Все вроде бы спокойно. Ага, полиции нет. Полиция есть на сей раз. Давай, 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 машину. Поехали, поехали, поехали. Все, сейчас уедем. А, до этого я еще угонял полиции. Тут какой-то полицейский район, блин. Постоянно полиция. С ней возникли тут проблемы в этой миссии. Но ничего, все, должны сейчас справиться. Должны уехать. Скрыться. Пока не получается, правда. Машинка медленная. Вот это да. Как говорится, а вам слабо? Теперь сюда. Спрыгнуть.